все наши выдающиеся лидеры – этот звездный спикер-практик, за плечами которого более 10 лет в MLM с шестизначными доходами в долларах. Интересно, сколько это будет евро? Да. Коуч с 5000 учеников авторской программы «Марафон Мастер Продаж». Директор по развитию, тренер по продажам первой в мире инстаграм-игры «Инстагейм». Дамы и господа, прошу ваши овации. Дмитрий Салимов на сцене нашего события! Которая кнопка для перелистывания. Ух ты, классную картинку сделали, спасибо дизайнерам. Так, время пошло? Пошло. У меня 25 минут, и у меня первый вопрос. Кто хотел бы научиться продавать без спама? Вообще, никогда, никакого спама. А встаньте, пожалуйста, те, кому спам надоел. Есть такие? Или здесь таких нет? Прям все, кому спам надоел, кто не хочет получать никакой спам, встаньте, пожалуйста. Так, не все, да? Кому-то, кто-то готов получать спам. Обратите внимание, те, кто продолжает спамить, есть вокруг вас люди, которые не встали, им спамить можно. Они поставили окей, можно прям спокойно отправлять им в личку все, что хотите. Итак, целевой рекрутинг без спама. Немножко про меня. Я попал в сетевой бизнес, когда мне было 14 лет. И попал благодаря спаму. Я шел по улице, гулял 14 лет, ветер в голове, и мне дали визитку, ну, листовочку такую маленькую. Оказалась компания Tintorium, медовая, пчеловодческая. Я зашел в офис, и мне нарисовали кружочки. Я забыл про все на свете. У кого так было? Когда увидели вот эти вот кружочки, и понятно, что там еще только паспорт получил 14 лет, а уже можно миллионы зарабатывать. Ни одного человека в окружении, кто занимался бизнесом, ни машины даже ни у кого. И меня очень зацепило, что у того человека, который дал мне спам, у него была машина, Nissan Almera. То есть это было, мне сейчас 31, 14 лет, то есть больше полжизни назад. Ушел я быстро из сетевого, так же, как к нему и пришел. И потом вернулся, 16 лет. Мне дали книгу «Думай богатей», про которую Артем говорил. Я прочитал, подумал и не разбогател. Точнее, было все не сразу. Первый миллион в сетевом я заработал рублей в год, когда мне было уже 25, то есть спустя 11 лет, как я познакомился с сетевым бизнесом. То есть очевидно, что у меня не получалось. На следующий год мне было 26, я заработал уже за год миллион долларов. Я понял, что сетевой – это прям реально тема. Когда деньги приходят постоянно, когда ты можешь находиться где угодно, в Бразилии, в Дубаях. Ты приезжаешь в Россию, а здесь тебя новая иномарка в салоне ждет. Кто бы так хотел? Круто. Так быть может в жизни каждого из вас, если вы научитесь создавать очередь заинтересованных, горячих кандидатов к себе в бизнес. Пятизвездочных, как Артем называет их. Кто бы так хотел? Отлично. Почему я постоянно прошу вас то ли встать, то поднять руку? Потому что в этом секрет продаж без спама. Вы постоянно просите обратную связь. Если вы думаете, что человеку надо, то чаще всего вы ошибаетесь. Потому что гораздо эффективнее задать ему вопрос, надо тебе или нет. Так просто. И еще лучше сказать ему, тебе это не надо. Если он поинтересовался, лучше сказать, тебе это не надо. Он скажет, как так? Мне надо. И вот тогда можно спросить его. Я вам покажу сейчас схему, как действует моя команда, что сделки закрываются с очень высокой конверсией. Письмо. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Пишет тебе мальчик Вова из деревни Воронина. Пожалуйста, дочитай мое письмо до конца. Это не спам. Это реальная возможность заработать. Кто так делал? А кому такие письма приходили? Это точно не спам, но реальная возможность заработать. Так вот, есть способы, как привлекать внимание без спама, совсем без спама. Спам это может быть, ну, что угодно. То есть это информация, которую не просили нас. Все, это равно спам. Листовка на улице, звонок без спроса, без договоренности. Когда вы не ждете звонка, он вам поступает, это спам.
особенно если номер незнакомый. Про этот слайд расскажу вам попозже, наверное, вам это не интересно. Кому интересно, как привлечь внимание без спама? Есть такие? Ладно, потом попозже поговорим. Я предлагаю вам изменить отношение к продажам, к переговорам, к людям и превратить любые свои переговоры в игру. В игру. То есть должен быть азарт, должен быть интерес. Почему там был лев на слайде, на первом? Потому что внутри у вас должно быть вот это львиное сердце. Вы должны понимать, что вы играете как бы в кошки-мышки. Причем кошка кто? Или лев? Это вы. Соответственно, куда вы позволяете шагать своей мышке, туда она и может шагать. Если вы делаете это все в игровой форме, с юмором, с живой подачей, то мышке просто некуда деваться. Только нужно ей показать, почему ей интересно быть с тобой. В общем, отношение решает. Если мы будем делать что-то с грустной миной, слона мы не продадим. Но очевидно, что все самые большие ошибки совершались с серьезным лицом. У Стаса Санникова видел в инсте как раз недавно такой пост. Он говорит: смотрите, вот моя фотография, как раз в этот момент я совершаю ту самую глупую ошибку. Так, Стас, или нет? Так вот, изменив отношения, мы поменяем все. Мы начинаем с вами играть. То есть мы разжигаем интерес в себе, в нашем собеседнике. Интрига позволяет нам постоянно усиливать, поднимать на высокий уровень. Александр Перевезенцев говорил об интриге. Я запомнил его выступление именно потому, что он сказал про интригу. Это единственное то, что поможет вам продать без спама. Если есть интерес, тогда можно среагировать на интерес. Если интерес вызвать не удалось, продолжайте вызывать интерес. Создавать таким образом свой контент, таким образом показывать возможность вовлечься, чтобы человек зацепился. То есть должно быть много-много крючков с наживками. Меняем лицо с серьезного на шутки. Начните, например, читать какой-то юмор, смотреть Comedy Club, тренировать свое чувство юмора, пытаться пошутить. Сначала криво, потом все лучше, лучше и лучше. Кто считает, что он шутит хорошо? Посмотрите вокруг. Это печальное, да, состояние нашего сознания, что нам тяжело вести переговоры легко. Потому что мы не умеем пошутить, не умеем расслабить человека. А если он напряжен, будет ли он нас что-либо покупать? Что бы мы ни продавали, что бы мы ни предлагали, он не будет покупать. Согласны? Кто согласен? Отлично. Где вводятся самые качественные партнеры? Здесь. Там, где мы сейчас с вами находимся, это как раз то место, где ваши партнеры. Но здесь рекрутинг запрещен. Что же делать, спросите вы меня? Я вам скажу. Здесь нужно знакомиться. Знакомиться-то никто не запрещает, это невозможно запретить. Все самые мои качественные партнеры пятизвездочные, они все пришли с тренингов, с мастер-классов, семинаров, с событий каких-то компаний, с сейшенов, с тусовок. Но конкретно с мероприятий, где вводится целевая аудитория. Если вы хотите поймать крупную рыбу, например, куда вы поедете? Будете ли вы ловить ее в луже? Очевидно же, что нет. Но тогда зачем ловить ее в окружении людей, которые неуспешны и не ищут успеха? Гораздо эффективнее правильно обучиться знакомиться с людьми там, где они водятся. Логично? Молчание – знак согласия. Так вот, целевые мероприятия. Я начал искать мероприятия, где я могу познакомиться с такими людьми. Связи нет, знакомых нет, денег нет. Многие так начинали сетевой бизнес. Я нашел золотую жилу. Я стал ходить на все мероприятия, которые я мог себе позволить. Те, которые не мог себе позволить, тоже на них стал ходить. И стал расти уровень компетентности. Познакомился с десятками тысяч человек. Получилось, что часть из них стали партнерами. Часть из них получилось встретить на нескольких мероприятиях. То есть получилось создать целую цепочку касаний, расположить к себе, создать дружескую обстановку, дружеские такие доверительные отношения. И они захотели купить. Потому что должно быть много контента в интернете, чтобы даже если они тебя знают, но ты им еще ничего не предлагал, ты же не спамер. Твой контент окутывает их паутиной полезностей, и они вынуждены заинтересоваться. Ты выкладываешь сторис, то, чем ты пользуешься, но не говоришь, что это. Ты выкладываешь мероприятие, но не говоришь, где ты.
Ты выкладываешь знакомства с разными интересными людьми. Это повышает доверие к тебе, просто потому что люди им уже доверяют, значит, и тебе доверяют. Раз ты общаешься с ними, тебе они доверяют, все. Тебе доверяют те, кто знает их. Понятно объяснил? Отлично. Знакомство на целевых мероприятиях. 20% наших усилий принесут нам 80% результата. Поэтому стоит идти туда, где мы должны оказаться, туда, где вводятся наши качественные целевые партнеры, и знакомиться с ними без цели что-либо им продать. Знакомиться, увеличивать свой актив, свою базу потенциальных клиентов. Но там, где она вводится целевая, а не в лужу ловить. Так вот, нетворкинг решает, это второй секрет. Первый, помните, какой был? Кто помнит? Отношения решает. Второй, нетворкинг решает. Я знаю, вы все устали, но тема очень прикольная. Как только вы внутрь сердца своего погрузите все вот эти секреты, проблемы с очередью в бизнес закроются. Кто хотел бы такой очередь, чтобы вы не успевали директ разбирать? Вот у меня сейчас так. Я не успеваю отвечать людям на сообщения в директе, даже когда они мне второй раз, третий раз пишут, через неделю, через две недели. Я бы хотел искренне, чтобы было так у каждого. Потому что тогда наша индустрия с вами вместе поднимется на высочайший уровень. Собственно, это мероприятие у нас для этого, чтобы рос наш профессионализм. Следующий секрет – это рычаг личного бренда. То, про что я говорю, как раз это контент. Максимальный фокус на ценность для своей целевой аудитории. Кто точно знает, кто его целевой партнер? Вот кандидат, точнее, целевой кандидат. Кто сделает $1 миллион в его бизнесе, придя? То есть вот такой, насколько мощный должен быть партнер. Какой контент нужен для такого человека? Какой? Чтобы он неизбежно зацепился на эту наживку. Сколько этого должно контента? В каких он должен быть в социальных сетях? Об этом есть масса обучения, я думаю, вы самостоятельно сможете это найти. Я для себя выбрал две платформы. Это Instagram и YouTube. Instagram на первом месте, потому что, сравнивая с YouTube, например, я понял, что гораздо проще сделать качественные фотосессии, сходить на разные мероприятия, показать, что ты ведешь активную жизнь, то есть транслировать себя каким-то образом через... Ну, свой образ жизни показывать, свой лайфстайл. А в Ютубе нужно команду людей, которые будут тебе запиливать, в общем, сценарий, режиссер, искусство работать на камеру. То есть в Ютубе нужна сразу команда, нужна там постоянная регулярность. То есть в Инстаграме регулярность можно сделать, где бы ты ни находился, фотография и какой-то текст. Например, что писать текст, многие не знают. Я бы, например, начал с того, чтобы писать свое отношение к знаниям, которые я где-то узнал. Например, вот вы сегодня на MLM-ассамблее. Кто ведет конспекты? Есть такие? Вау! Вы просто посмотрите вокруг. Давайте аплодисменты сделаем. Ну, это реально достойно уважения. Саида была на сцене, она сказала, я записываю слово каждого спикера. Так учатся успешные люди. Они списывают целые талмуды. Вот прежде чем пришел первый $1 миллион в сетевом, я списал 10 вот таких вот ежедневников, все вдоль и поперек. Я их даже не перечитывал еще. Интересно, что, о чем я там размышлял, но сам смысл, что я старался уловить контент, а в перерывах познакомиться с аудиторией. Все, вот два таких момента, которые я делал, совершая, ну, нарабатывая опыт, делая много-много-много ошибок, много-много-много попыток. Мадина Салим тоже сказала, что какая разница, сколько тебе раз откажут, ведь опыт, он все равно придет, ты все равно его наработаешь, все равно ты получишь результат. Если ты не остановишься, как та девушка в метро, которой сразу не давали деньги. Так вот, рычаг личного бренда. Есть несколько тезисов, которые я вам хотел здесь показать. То есть фото и видео, это очевидно. Люди быстрее нам доверяют, когда мы можем им показать себя, какой мы есть настоящий, какой мы в жизни. Видео передает это, конечно, лучше, чем фотографии, но фотографии сделать проще. Одна секунда, у тебя фотография, с видео не получится за одну секунду. То есть чем проще, тем лучше. Начните с Инстаграма. Визитка. Кто считает, что визитки сейчас не нужны и не работают? Есть такие? Так, хорошо. А кто считает, что визитки работают и нужны? Отлично. Продолжайте держать руку те, у кого есть с собой сейчас прям крутейшие визитки, которые прям закрывают прям сделки сразу. Так, руки поубавились. Или вы просто устали? Отлично. Так вот, есть технологии, которые позволяют создать
такие цепляющие визитки, перед которыми невозможно устоять. Человек скажет: я хочу все, что вы продаете, просто увидев вашу визитку. У кого такая визитка есть? О, посмотрите, такие есть. То есть есть в зале люди, которые обратили на это внимание. Так вот, загуглите. Лин Айрон сказал, загуглите, там все есть. Все ответы как уже даны. Социальные сети. Меня сегодня там на интервью спрашивали, когда ты начал заниматься социальными сетями, пошел к тебе трафик. Я вспомнил сегодня, что, оказывается, свой первый самый вебинар я провел в 2011 году. На нем было 400 человек. И когда я на него пришел, я жил в квартире, которая стоила 6 тысяч рублей, у меня не было тот месяц заплатить 6 тысяч рублей. У меня даже кончились деньги на еду, я открыл холодильник, там не было что есть. И я подумал, ну тогда перестану есть, пока у меня мозги не прочистятся. Начался голод, мозг начал ловить какие-то идеи, и появилась возможность выступить перед аудиторией сетевиков онлайн. Причем пригласили меня туда выступить профессиональные сетевики, которые уже 5 тысяч долларов в день в 2011 году зарабатывали. Для меня это было нереальной цифрой, у меня не укладывалось в голове даже, что такое бывает. 5 тысяч долларов в день. Но из-за того, что они поверили, получилось 2 тысячи долларов первых тогда через интернет заработать. Это был 2011 год. Вебинар назывался этот «Лисий рекрутинг в социальных сетях». То есть я начал общаться с людьми так в социальных сетях, что не нужно было им продавать. Они сами спрашивали, чем я занимался. Получается, прошло уже 8 лет. Сейчас появился Инстаграм, контакт ушел в прошлое. И через Инстаграм это сделать гораздо быстрее. Во много крат просто быстрее. Поэтому ищите технологии, которые вам позволят мгновенно вывести вот на этот, использовать рычаг личного бренда так, как его еще никто не использует. То есть отличайтесь от тех людей, кто смешивается, кто сливается на рынке между собой, кто спамит, кто отправляет друг другу сообщения, на которые не хочется реагировать. Ну и только одна попытка. О чем это? Когда мы знакомимся с человеком, то у нас единственная возможность оказать на него какое-то влияние. Второе впечатление два раза не оставишь. Согласны? И либо мы понравились, либо мы не понравились. Если мы не понравились, тогда что? Тогда у нас никто не купил. Скорость доверия на нуле. Я вам рекомендую книгу Стивена Кови-младшего «Скорость доверия». Кто читал такую, кстати, книгу? Есть? Классно, есть люди, кто ее читал. Я ее не читал, но я был на его выступлении в Синергии, форум был, когда Тайсон, там Ричард Брэнсон приезжали, и его выступление, загуглите на ютубе «Скорость доверия», даже можете книжку не читать, если вам понравится это выступление, прочитайте книжку. Он говорит про то, как создать быстро доверие, насколько важно его. Мне начали проваливаться жетоны одним за другим. И вот почему-то у людей, которые в основном делают сетевой бизнес, ну, здесь, конечно, таких нет, но там, за пределами Лужников, почему-то есть люди, которые выбирают спамить, не спрашивая, надо человеку это или не надо, которые мгновенно портят свою репутацию, опускают ее сразу ниже плинтуса, и от них не хочется больше слышать, видеть, читать, смотреть, ничего. Согласны? Таких людей очень много. Каждый день происходит тонны спама. Поэтому от того, как вы упакуетесь, зависит то, какое первое впечатление получит человек от столкновения с вами. Очень много людей, кто себя как-то позиционирует. Мы все как-то влияем друг на друга, как-то себя транслируем, показываем. И либо мы смогли мгновенно очаровать человека, либо не смогли. Либо мы смогли влюбить в себя, соблазнить, как Стас говорил, либо не смогли. Поэтому упаковка решает. Начинка, конечно, должна соответствовать. Это то, о чем мы сегодня не будем говорить. Но важно создать себе упаковку крутую, вкусную, сочную, чтобы хотелось к этому человеку. Прямо сейчас запишите себе домашнее задание. Маленькое, крошечное, но которое позволит вам, расставить какие-то моменты у себя в голове. Почему человек, ваш кандидат, должен присоединиться именно к вам? Чем вы отличаетесь от других? Если вы никогда об этом не задумывались, значит, вы такой же. Лин Айрон еще сказал, что качество нашей жизни зависит от качества вопросов, которые мы себе задаем. Вы согласны или нет?
чем больше мы размышляем и ставим на место там своих тараканов, тем больше мы заставляем свой мозг поработать, задавая вопросы себе, задавая вопросы кому-то, тем больше мы становимся универсальными продавцами. Нам тогда не нужно продавать. Мы начинаем задавать вопросы, собирать у человека такую информацию, что нет никакой проблемы понять, что ему нужно, и именно точно это предложить. Почему не получается продать чаще всего? Потому что мы не знаем, что человеку нужно. Мы думаем, что ему нужно, но это иллюзия. 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 Мы решаем за человека, и мы превращаемся для него в злостного спамера. Он сравнивает нас с землей, репутация теряется. Как доверие, оно же, знаете, как бумага. Если смял лист, потом расправляешь его, и все, он уже никогда не станет гладким. Никогда. Так вот, не испортите доверие с первого знакомства. Упаковка решает. Так, дальше. 5 минут осталось уже. Сила рекомендаций. Это то, что позволяет, ну, превратить знакомство в рычаг. Как только вы сфотографируете... Вот кто сфотографировался со всеми спикерами, кто сегодня выступал? Есть такие? Прям вот с каждым сфотографировался. Поезд прибыл, да? Нет таких? А кто не сфотографировался со всеми спикерами? А, таких побольше. Причем левая половина зала. Сделайте это, пока они здесь. Выложите их себе в Инстаграм, отметьте их Инстаграмы. Потому что тогда люди увидят, кто доверяет вам, раз сфотографируются с вами. С кем общаетесь вы, и, соответственно, начнется доверие к вам. Даже если вы еще, ну, ничего из себя не представляете, не знаете, как выделиться, таких много людей, у которых еще нет упаковки. Начав посещать мероприятия и выставляя фотографии с людьми, вдвоем, не толпой, а вдвоем с этим человеком персональные фотографии, вы сможете очень быстро завоевывать доверие, потому что люди видят, какое у вас окружение. Они подумают, ну если с ним этот общается, значит он что-то из себя представляет. А кому полезен этот секрет? Отлично. Подустали. Или дезодоранты липкие, да? О! Кто еще я? Классно. Так вот, связи решают. Как только вы начинаете создавать сетку связей, ваш актив, вы можете закрыть вообще любые вопросы. Сетевой бизнес, не сетевой, юридический, строительный вопрос. Абсолютно любой. Путешествия, инвестиции. Знакомьтесь с людьми постоянно. Не должно проходить ни одного дня, чтобы вы не познакомились еще с 5 новыми людьми. Связи решают. Спам. Вот это самый мой любимый слайд. Стоп-спам. Один раз поспамили, потеряли репутацию совсем. Потеряли авторитет. А сейчас самая ценная валюта, а это как раз тот кредит доверия, который у нас есть. Если он у нас еще на нуле, если человек его никак не создал, то мы, получается, сами выбираем первым за своим действием, поднимем мы авторитет или опустим. Поднимем или опустим. Любое исходящее сообщение без спроса опустим. Любое дружеское... Ну, попытка установить дружеское отношение, дружеское общение поднимет авторитет. Собираем информацию людям, даем им то, что им полезно, потому что знаем, чем они могут быть нам интересны, как им подать наше предложение. Так вот, здесь классное слово мне пришло, когда я писал слайды. Саморекрутинг. Это когда ты полезен настолько, что люди выстраиваются в очередь. Саморекрутинг. Зачем нам, в принципе, рекрутинг, если можно работать так, что люди будут саморекрутироваться? Кто бы хотел саморекрутинг? Саморекрутинг. Вообще просто. Я, один человек, даже я. Это отлично. Саморекрутинг. Но не спаморекрутинг. 99% нашего рынка, к сожалению, упала репутация ко всей индустрии именно из-за непрофессионального к ней отношения. Именно из-за спама, который раздают на улицах, клеят лапшу там везде. И, ну, зачем, если есть личный бренд? Именно на этот рычаг стоит сейчас упирать. Авторитет решает. Так, алгоритм успешного рекрутинга. Воронка продаж. У кого есть настроенная воронка продаж? Есть такие? Настроенная воронка продаж. Так, а 2 воронки продаж? А 3 воронки продаж? 4? Отлично. Так вот, отношения. Раз. Вы подружились с человеком. Вы не делаете ему никакой продажи, никакую презентацию. Вообще выкидываете из головы, что вам надо что-то продать. Вы хотите ему помочь. Но как вы поможете человеку, если вы не знаете, в чем именно ему помочь? Есть классное слово «вовлечение». Вовлечение. То есть, чтобы у человека появилось влечение, его надо во. Вовлечение – это поддержка человека в том, что для него важно. Для него важно. Для него важно.
То есть если вы не знаете, что для него важно, как вы можете его вовлечь? Никак. Поэтому нужно собрать о нем максимум информации, создать с ним отношения. Интрига. Если не умеем создавать интригу, как создать интригу? Это минуту, да, еще? Окей. Я в двух словах говорю о любой идее всегда. Если вы меня спросите, как вам запаковать вашу идею в 2-3 слова, я скажу вам, как вам подать предложение в 2-3 словах, чтобы человек сказал, а что это, а как это, а где про это узнать? Кто бы так хотел упаковаться? 3 слова, и человек хочет больше. О, слушайте, проснулись. У нас с вами 30 секунд, уже не успеем, извините. Смогли заинтересовать, говорим ему, видео дам, будешь смотреть? Лайфхак на 1 000 000 000 баксов. Вы никакой презентации ему не делаете, вообще забудьте слово презентация. Вы ему говорите, видео дам, будешь смотреть? А он тебе говорит, да или нет? Если он говорит, да, ты говоришь, если я тебе сейчас, ну, коротенькое дам на 15 минут, сегодня посмотришь? Если говорит нет, ты говоришь, ну, не могу тогда дать. Не даете, если человек не готов, чтобы вы ему дали. После видео вы обязательно выводите его на диалог голосом, обратную связь собираете. Не дали, ну, не пообщались голосом, вот Стас очень правильно сказал. Переписка, это, ну, в переписке вопрос не решается. Не Стас, кто-то из спикеров сказал. Кто сказал, помните? Переписка вопрос решать бессмысленно, бесполезно. Нужно выводить на голос. Люди боятся, вот прячутся за экранами, начинают переписываться и забывают про то, что есть живые люди, есть диалоги. Нужно выходить и голосом общаться. Ну и что совершишь ошибку? Если вам даже откажут, скажите, надо же, как интересно получилось. И к следующему. Это игра, когда мы не боимся никакого отказа. Надо же, как интересно получилось, это наша реакция на любой результат. Да или нет? Какая разница? Надо же, как интересно. Нам интересно получить любой результат. Кто будет этим пользоваться? Ой, какие красавчики, красавицы. Все? Со временем у меня. И слайд последний. Мастер всегда растет. Есть согласны с этим? Мастер всегда растет. Вот, это мой любимый секрет. То есть мастерство, оно незаметно. Почему получится у меня для вас каждого сделать вот такую упаковку? Потому что десятки тысяч раз... попыток, десятки тысяч попыток, десятки тысяч попыток. Ну и что неуспешные, ну и что не заходят. Ну, с десятитысячного раза начнет получаться, это неизбежно. Так вот, как там вырасти? Самый мощнейший инструмент для роста нашего. Кто знает какой? Опыт? Нет. 10 тысяч часов? Нет. Еще. Громче. Действия, ошибки? Да нет. Ай, хотелось бы мне услышать правильный ответ, но я его не слышу. Собирай обратную связь. Собирай обратную связь. Спрашивай. Вам интересно от 1 до... Ну, напишите от 1 до 10, насколько вам это интересно. Даешь несколько пунктов, говоришь, что тебе из этого интереснее. Говоришь, поставьте от 1 до 10, насколько меня хорошо слышно на вебинаре. Станьте, пожалуйста, те, кто услышал хоть один полезный секрет для себя вот на моем выступлении. Спасибо за обратную связь. Мое мастерство выросло. Дмитрий Салимов. Примите Diamond MLM 2013. Невероятно красивую награду от клуба VIP MLM. Вот. Спасибо. Международная ассамблея сетевых предпринимателей на память. Спасибо. Спасибо еще раз.